Более 400 человек приняли участие в очередном Кубке Твери по бальным танцам. Это первый турнир сезона, который стал, по сути, и отборочным к следующим более серьезным соревнованиям. Подробности в нашем следующем сюжете. Хотя этот турнир и носит муниципальный характер, побороться за победу приехали участники и из других районов Верхневолжья. Весьегонска, Конаково, Торжка, Ржева, Вышнего Волочка, Балагова и даже из других регионов страны. Ограничений по возрасту фактически нет. Вероника Третьякова еще недавно и сама танцевала, а теперь тренирует младшего брата, которому такие занятия пойдут только на пользу. Это требует большой концентрации, это требует большого усердия. И уже с детства прививается нам то, что ничего нельзя достичь, не тренируясь, не занимаясь постоянно. Не меньшей концентрации соревнования требуют и от арбитров. По словам президента региональной федерации танцевального спорта Марины Орловой, за последнее время были предприняты серьезные усилия, чтобы подтянуть качество судейства. Были моменты необъективного судейства за последние 2 года, ну, по крайней мере, в Твери у нас все турниры проходят с очень качественными оценками судейской бригады. Среди членов жюри и основатель Тверского, а когда-то калининского танцевального спорта Петр Зазвонов. По его словам, самое интересное – это наблюдать за детьми, ведь они постоянно меняются. Это очень интересно судить, смотреть, потому что видно, как развиваются дети, как растут из года в год, как взрослеют, меняются. Кубок Твери по танцевальному спорту пролетел стремительно. Теперь его лучшие участники готовятся к следующему, более серьезному турниру – чемпионату области, который пройдет уже в ноябре.